Терри Гиргин – это тот человек, который меня вырастил. И без нее не было бы сейчас вот этого вот всего. 11 лет вместе и дальше вместе пойдете? Да. Без всяких сомнений? Без. Часто своим девочкам становитесь ближе, чем их мама. Слушайте, ну вот это, наверное, было у меня, там, без обиды для других спортсменок, наверное, это было Женей. В какой-то момент этот конфликт отцы и дети у нее со мной произошел. Поэтому, честно, стараюсь не приближать больше. Как вы тогда смирились с ее уходом? А что тебе смиряться-то? Она же ушла, это не то, что у меня был выбор. Потому что я знаю свой характер, я знаю, кто воспитывал во мне этот характер. Поэтому мы обе хороши. По видеосвязи канадский тренер Брайан Орсер, но режиссеры трансляции наводят камеры на Этери Тутберидзе. Зал замирает в ожидании, как отреагирует Этери на выступление своей бывшей ученицы. Сенсация в мире спорта. Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе. Рано или поздно это должно было случиться. Все-таки, наверное, 11,5 лет, которые она каталась у нас, не остались бесследно. Я злой человек, злой человек. Я злой человек, злой человек. Я твой человек, твой человек. Смотри на меня, падает снег. Смотри на меня.